молоток с гвоздодером, да? То есть, если мы возьмем, сравним, да? Вот смотрите. То есть, как загнут деталь для вытаскивания гвоздей практически одинаковый. Как мы молотком вытаскиваем эти гвозди? То же самое вытаскиваем этим же, это же вещь. Нужно вытащить гвоздь. Подставляется тут как топор. Он вот так вот приподнимается. Вот. Вот. Потом осаживается. Вставляется и вытаскивается. Все. Почем вы брали? Чтобы не соврать, топор мне обошелся что-то в районе 4, но я покупал его 3 года назад. И самое удивительное, что чехол на этот топор стоит тоже сделать или шить 4000 рублей. Я до сих пор не могу обзавестись чехлом, потому что у меня есть рулетка, хотя про чехол отдельный разговор, мне его нет, не могу, к сожалению, показать. Здесь у саперов он носился вместо лопатки. То есть он вешался сбоку, вот с этой стороны. Здесь рядышком у него был подштык-нож, кармашечек. Здесь была рулетка, где-то вот такого диаметра, большая достаточно. У нее был специальный кармашек круглый, рулетка на 20 метров. Вот такая старая советская, где откидывается, ты ее растягиваешь, открываешь флажок, а потом ее заматываешь, как удочку. То есть, ну, саперы, у наших саперов таких вещей не было. То есть, саперные топоры носили, но не все. То есть на фотографиях очень тяжело увидеть, где у человека саперный топор. Саперные лопаты носили, но только инженерные службы, и то силовые. То есть, по фотографиям можно увидеть было, что немцы прям... Один топор на отделение шел.